Вот так я укрываю на зиму розы. А вообще у меня здесь по периметру росли тюльпаны. Сейчас вот вылезло несколько штучек. Ну, правильно, я забила, честно говоря, на них. Тоже за ними надо ухаживать. Ну вот, короче, здесь у меня 3 кустика роз. И здесь тоже росло 3 кустика. Я просто решила сейчас уже их освободить от укрытия зимнего. Вроде бы заморозков больших не ожидается. Ну, короче, инспекция сказала, что здесь вот 2 кустика точно у меня живы. Вот эти зелененькие, зелененькие, значит, это живые. Эти черные, темно-коричневые, это значит, они умерли. Ну, а там посмотрим. А это у меня гиацинтики ожидаются. Вот такие вот лапочки, красотулечки. Ну, здесь тоже у меня по периметру были тюльпанчики посажены. Ну, вот некоторые вылезают, некоторые нет. Ну, по поводу роз еще хотела сказать. Это, конечно, очень капризное растение. Красивое, но капризное. Я поначалу расстраивалась, когда у меня розы погибали. Потом у сестры муж вообще очень-очень-очень ответственно относился. И как только не делал, у него и плетистые все. Но погибают они по прошествии какого-то количества лет. И я тоже решила себя успокоить. Ну, буду за ними ухаживать, буду стараться их сохранить. Ну, а там помрут, значит, помрут. Что ж теперь делать-то? Ну, короче, решила себя успокаивать таким вот образом. В общем, будем дальше смотреть.